Куда ты уставился? Всем привет. Куда с вами Айри, это Моровин Трибунал. В прошлой серии мы нашли, убили двух... как они там, наставников, короче, армии гоблинов. И сегодня мы продолжим этим делом заниматься. А еще, кстати, есть еще места, где можно купить спеллы. Сюда. Все, что захочешь. И кстати, насчет вот этого чувака, который деньги собирает, он в любом случае так или иначе потом обидится, то есть, даже если ему там миллион дать. Поэтому, в принципе, нет смысла собирать миллион. Он потом начнет типа, что я над ним издеваюсь, и ни у кого не может быть столько денег. И это один из... Потом он должен напасть, это один из самых сложных врагов в игре. Но сейчас, наверное, мы не будем с ним драться. Вот, так. Я, блин, забыл, у кого спеллы, на самом деле. Сейчас быстро гляну, пойдем купим спеллы. Так, мне надо во дворец. Там есть... Империал Культ Сервисис. Так, я через базар могу пройти? Или нет? Можно так. Против, правильно. Это Годстрич. Ага. Так, мне нужно скорпиона. Казармы. Так, господи. О, это ты? Могу я чем-нибудь помочь? Тема. Это Бренди. Ох, это ты. Могу я чем-нибудь помочь? Так, еще есть кто-то. Наконец-то. Так, увеличить... Абсорбио пауэр. Так. Ну. Это тоже можно взять. Так. Сопротивление, ледяной щит. Увеличить скорость. Так, поглотить. Сильное высасывание, сильное отражение. Абуза. Ну, это все интересно, но довольно бесполезно. То есть надо, блин, и у имперского культа повышать, чтобы, кстати, заклинание купить, блин. Ладно. Возможно, имеет смысл поделать квесты имперского культа тогда. Но не сейчас. Сейчас правосудие мы... никогда не требует. Да, наверное, в следующей серии займусь этим делом. Сейчас мы уж пойдем. А с Галласом Дрином надо поговорить. А, ну блин. Надо тащиться. Хотел загрузиться, он потом сообразил, что спелл-то я уже купил. И храма тоже надо квеста. Ну вот храм, кстати... В общем, да, я, наверное, сейчас выполню этот квест. И пойду повышаться... Делать квесты храма и этого... Хотя храма не знаю, дадут мне. Возможно, надо будет сначала
стать наливарином у всех этих, я ж так и не стал. Так, давайте сохранимся. Ага. Как я слышал, во дворце проблемы. Так, а мне с кем надо поговорить? Гавоздрин. В своем кабинете. Окей. Где его кабинет? Правосудие никогда не дремлет. Оно мешает прийти. Да, проход. Угу. Где кабинет этого Васи-то? Внизу, что ли? О, бой. Вот это лутальня. Не, ну, блин, я не могу мимо этого пройти. Хотя вот мой дом-то со мной. Да. Что-то заволновался. Конечно, еще амулет есть. Надо еще алхимией заняться. Так. Яйки не хочу собирать. Тяжелое. Соленого риса просто таларно можно покормить. Подумал, что я хочу уже сделать себе, наверное, броню. Зачаровать там все, то что я как-то... Бомж хожу. Так. Так, ну все вроде бы, да. А, я вот эти яички проверил. Да, видимо, да. Так много, что я запутался. Ладно. Здесь нечего ловить. Так, а можно я цветы ваши порву? Можно. Спасибо. Вот я сорвал ваш цветочек. Ага. Так, блин. А...
пойти искать этого вашего... кого Сатрина? Иди в кабинет. Лечение — это моя профессия. Стоп. Какие заклинания? Сюда мне не дадут пройти, поэтому. Это уж высокая капелла. Правосудие никогда не дремлет. Приятно познакомиться. Строгий во имя судья, дух. Но справедливый. Дальше связан Ливарин, но 30 догматы храма, орден дозора считает вас агентом императора, вы нарушили закон. Принадлежите к храму, так что мы должны относиться к вам вежливо, но предупреждаю, другие могут казаться не столь вежливым, выбирать оружие, не разговоры. О! Это хорошо. Это очень хорошо. Альмалексия все знает и видит. Он знает, как тебя сдвинуть, чтобы пройти, блин. Господи. Все угодно и тоже. Так, ладно. Так. Надо еще раз, наверное. В офис сходить. Я сюда-то не заходил. Вась, проходи давай. Альмалексия все знает и видит. Спать. Без этого мода. Да? Нет. Что? Вот он. Ура. Чего тебе нужно? Да, под храмом есть большая канализационная система, построенная кругом старого Марнхолда. Ты пахнешь так, будто провел там длительное время, лол. Как бы то ни было, в этих руинах находится алтарь. Этот алтарь поражен злом. Алтарь мертвых — это был местом великой силы. Он служил каналом связи с предками, позволяя верующим учиться у них, укращать свою энергию, свою. Затем он был заброшен, и постепенно им завладела нечисть. Энергия, спускаемая этим алтарем, привела к нему орды нежити. Алтарь мертвых должен быть очищен. Нет, конечно, не тобой. Это задача по плечу только избранному Альмалексии. Ты должен сопроводить этого юного жреца, Рувела Дулни, к алтарю. Защищая его хорошенько, Эри, его знания ограничены, но он необходим для завершения ритуала. Этот алтарь будут защищать богохульники, грозные личи, которые питаются его энергией. Должен ликвидировать их всех, чтобы Дулни мог выполнить свою задачу. Напоминаю еще раз. Защищай Дулни любой ценой, только он может провести эту церемонию. Если он не сможет это сделать, нам некем его заменить. Да благословит тебя наша леди, верный слуга. Так. Приятно мне сказать, что ты будешь сопровождать меня к алтарю мертвых, защищать меня во время нашего совместного пути. Так приказала наша леди, поэтому я думаю, нам лучше поторопиться. Я лучше не буду говорить об этом, я знаю, что нужно сделать. Это место меня пугает до мозга костей. Я не знаю, почему был выбран именно я. Наша леди верит, что я именно тот, кто должен чистить этот алтарь. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? Я бы не проще подождать здесь. Я имею в виду, что решать тебе. Так, оставайся со мной. Все, ушли, Вася.
Аль-Малек. Я убираю этот храм. Убирай. Так, где у нас канашка? А. Ну, как обычно. Там где каналы. Именно что храм просто капец какой-то. Что? Где вход в канашку? Нет, я понимаю, что я могу в принципе пойти в обход, конечно. Ну, блин, это как-то не по-христиански, что ли? Где он, правда? Здесь нет входа. Ладно. Пойдем через... Что, через Гострич пойдем? Через базар? Ну, через базар я его вычистил, в принципе. Правильно. Правосудие никогда не дремлет. Так, мне надо строго в противоположную сторону. С лордами будет покончено. Вот увидишь. Правосудие никогда не дремлет. Так, окей. Канализация дворца. Район поместья. Район поместий. А здесь нет прохода в канализацию? Ладно, отбой, Вась. Идем в другое место. Кого тогда в Гострич? Может, через плазу, в принципе, какая разница. Так. Где? Ага. Так. Так, западная канализация. Может, из канализацию дворца можно? Странно как-то. Я где-то же ее, мне кажется, видел. Прямо потому что я вообще не помню где. Пока ты там обкастовываешься, меня сейчас уже это... Что он вообще делал? Так. Давайте сходим, значит, в канашку дворца.
смотрим на карту там. Базар. Базар. Западная канализация. Короче, не, ну, блин. Видимо, через западную канализацию. Не знаю. Так, подожди, это куда ведет? Это не туда ведет. А мой Вася-то где? Он рипнулся, что ли? Блять. Он там остался? Так, ладно, не будем мы плавать, значит. Значит, нам надо... Ну-ка, в западную канализацию что-то. Как во дворцовую-то попасть? Так, это куда? Так, а тут мы, кстати, даже не все. Это поле боя. А мы тут даже еще и не были, блин. Еще бой начался. Я вспомнил, где вход. Нам, в общем, надо валить отсюда. Я затупил. Бывает. Я когда все эти ящики обыскивал, там был люк вниз. Я его... Про него как-то забыл. Так. И, кстати, надо бы, наверное, поспать перед всем этим делом. Ой. Так. Можно здесь поставить палатку? Да, блин, серьезно. Оглянись, какая разница? Разве здесь не прекрасно? Так, давайте сделаем вот так. А вход в храм... Не знаю, возможно. Если бы у меня было побольше дрейков... У тебя было бы много дрейков, да. Потрясающе, правда. Вот этот люк. Ха.
Так. Теперь ты получишь сполна. Ик. Ик. Осторожнее. Ой. Блин. Так. Умри. Умри. Даже крысу убить не может. Это проблемка. Умри! Так. Что вот тут оставить пока? Зачистить все. Тут еще, блин, какой-то проход есть. Давайте посмотрим, что здесь сначала. Вот здесь должно быть безопасно. Подожди, здесь. О, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Так, давайте, наверное, сделаем сохранение даже специально, чтобы если что. Пойдет не так, оно у меня было. Так. Копье. Ну, и погнали. Зачищать здесь все. Ты ж какой-то дерзкий, какой-то быстрый. Давай мы тебя замедлим. Ух ты. А, блин, там еще эта хрень. Серверная дубина. Так. Да, хорошо, что я ставил Васю там. Проще будет потом за ним вернуться. Так. Куда ведет? Ага, я так понимаю, нам как раз сюда и надо. Ну давайте здесь посмотрим. Чего? Незнакомец, послушай, у меня есть сообщение для тебя. Вот. Ну и... А. Меня зовут Варинер, я был убит бандой Черного Дротика. Умоляю тебя отомстить за мою смерть. И Хогл находится в старом Уронхолде, в западной части канализации храма. Многие погибли, сражаясь с ними, но есть механизм, который может затопить эту комнату, утопив всю эту банду. Найди рычаг, который выглядит как держатель факела около восточного конца помещения.
Но что бы ты ни делал, не приближайся к ним слишком близко, или ты присоединишься ко мне в загробной жизни. Интересно. Ух. Куча серебряного оружия. Так. Ну и... А. Ну, это мы чуть позже все будем делать. Так, там я Васю оставил. Мне еще и север. Кстати, там еще поплавать можно. Кстати, надо похиляться. Так. Ух. Сюда полезно. Это дешево, я не буду ничего брать. Ценим, тем более. Так, это вот, чтобы делать этот квест. Это мы сейчас не пойдем туда. А, у нас еще осталось одно направление. Что у нас здесь? Восток. Нам, по-моему, надо будет... Интересно, что запад на севере, а восток на востоке бывает. Так, ну все, Вась. Пришло твое время. Ты жив тут? А, нет, еще время не пришло. Подожди. Сейчас мы сплаваем. Посмотрим, что тут. А здесь ничего. Это специально видимо место, чтобы Васю ставить. Ох, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Защитит, защитит, не волнуйся. Так, восстановить запас сил. Ну все, теперь можно, в принципе, идти. Так, нам... Да. Нам сюда. Безалкогольный спонсор, сегодня опять кофеек. Нет, это не то же самое, что в прошлой серии, я снимаю это на следующий день. Так, ну что ж. Погнали? А, ну-ка, Вася, давай-ка мы тебя опять здесь оставим. Потом... Хьюстон? У нас проблема. Тут завал. Так. Ох, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. То есть проход либо через западную, либо через восточную часть. Что нам сказал Вася? Призрачный Вася. Он сказал, что их надо утопить, найти механизм рыбача, который выглядит держателя факела, если поднимем вниз, понятно, то этот механизм находится на стене где-то в восточном конце.
В восточном конце чего? В смысле, он имеет в виду... В восточной канализации эта хрень находится? Господи. Сука. Блять, я напугался. Ай, я его с собой потащу. Так. Вась. Стой тут. Ох, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Стоп, нет, здесь это безопасно. Сейчас я пойду чекну лицом сначала. Потом я докачу его суху. А вот раз нет никого, да? О! Ладно. Дух предков у меня в куда запихался? Окей. Так. Оставайся со мной, блин. Почему оставайся со мной? Так странно звучит. В общем, почаще сохраняться. Так. Значит, у нас есть вариант сходить на запад и... А, восток вообще на юге. Простите. Все правильно тогда. Запад на севере, восток на юге. Гоу, наверное, на восток сходим сначала. Тебя побили. Вот эти самые дротики. Ты будешь дротики. Долго мучиться. Блять. Так. Давайте на запад сходим тогда сначала. Запад на севере, блять. Логово находится там. Короче, эти два квеста, блин, связаны получаются. Так, вот что. Давай-ка ты будешь здесь ждать. Я сделаю еще одно сохранение вот сюда. Ох, дорогуша. Пошли смотреть. Не такие уж они. Они неприятные, конечно, товарищи. В восточном конце держатель для факела. Вот, вот тут много их. Нет, не этот. На уровне головы. Эти все выше. Я вот не Карлан. Я иду наоборот на запад сейчас. А он сказал в восточном конце. То есть мне надо было на восток идти, а не на запад. Ты будешь долго мучиться. Да, вот они. Так, мне надо сопротивление яду, да? Так.
качество супер 15, 14, 12, 12. Эксплюзив, наверное, не надо. Ох ты ж, блять. Больно. Да. Пойдемте теперь на восток сходим. О, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Так, пойдем со мной. С новосточным, значит, все-таки мне надо на восток. В общем, да, они неприятные, особенно когда их двое. Так, ну где ты? Тише сюда. Так, пойти вместе. Подожди здесь. Еще раз сохранимся на двоечку. Оп-оп. Жалко, нет кнопки чистить фильтр. Причем это просто дротики. Интересно. Так, здесь, кстати, никаких... А вот факел, а это просто факел. Могу сюда. Скелет вообще. Зло какое-то достал. Андрюхский посох. Кандалы. Это что такое? Черепа конянина. Ха. Интересно. Нет, там, скорее всего, не сюда. Катакомба храма. Логово находится. Рычаг, который... Механизм находится на стене где-то в восточном конце. В восточном конце чего? Ну, ни в любом случае не сюда. Хотя катакомбы, кстати, возможно, через катакомбы можно пройти по квесту.
Ну давайте зачистим тогда всю здесь территорию. Хотя смена локации всего кого-нибудь может заспавнить. Но... Лучше так, наверное, чем совсем все. Так. Факел. Что? Блин, я взял факел. Сон мне не нужен. Вот еще один. Его тоже можно взять. Но на этом все. Так, там еще есть проход. Кем моя... Острая колотушка. Нормальным оружием убивать. Чё, кстати? Ну да, у меня камешки-то есть, надо их это использовать. Нет-то. Сколько у меня зачарования? 51. Такое себе. Так. Это тоже просто факел. Ну, все равно почекаем, что. Это тоже переход куда-то. Сад храма. Короче, ладно. Идем тогда. А кстати, могу отдохнуть? Вот сейчас. Ну, типа эти все факела, это просто факела. Где-то в восточном конце. Хоть, блин, это. Не гугли. Ну, в принципе, мне уже не страшно. Должно быть. Не должны этого чувачка больше грохнуть. Мы тут всех почикали. Ох, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Ну, Вась, пошли. Мы идем с тобой в катакомбы.
Стоп, нет. Подожди. Сюда. Катакомбы, мы идем сюда. Это же катакомба, да? Да. Все, жди здесь. Сохраняемся опять. Окей. Ох, дорогой. О-бой. Я точно туда пришел. Давайте смотреть. Там кто-то есть. Ну, с ними здесь ничего не пройду. То есть мне, скорее всего, точно не сюда. Не в катакомбы. А что там еще был сад? Так, короче, сейчас перерыв. В общем, да, мне не сюда. Сейчас просто загрузимся. Действительно, в сад надо идти. Пошли в сад. Хотелось убедиться. Можно примонтировать всякое. Пу-пу-пу. Отвалить от него. Осторожнее. Да, блин. Ох, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Он выжил. А у меня есть лечение, кстати, на других? По-моему, нету. Я, по-моему, такое не брал. Нет, нету. Ну ладно. Здесь можно будет вот этой штукой похиляться. Я
здесь больше никаких спаунов не будет. Так, пойти вместе, подожди здесь. О, дорогуша, боже мой, да защитит меня богиня. Я, наверное, так и назову эту серию. Нет, конечно. Что случилось с моим инвентарем? А, господи. Ай, блин, их же можно нормально убивать, что я. Кроме призраков это так работает. Так, ой, да в пизду это собирать. Рыбочки. Да. По какой-то неведомой причине не работают. С график херболизмом. А я так и не починил это, да и пофигу. Так. На них смотреть. Так, тут же один проход, да. А, это все? Угу. Окей. А, еще один. Ой-ой-ой-ой. Почему так происходит, я не знаю. Но... Еще один проход есть туда. Давайте сходим. А тут, к тому же, что-то есть. Внезапно рис. Кто мог подумать. А это, кстати, куда ведет? Склеп Кедный Релвелл. Интересно. Мы что-то не пойдем. Так. Придется левитировать. Нет, не придется. Господи. Почему это происходит? Ну ладно. Сюда мы потом сходим обязательно. Может даже сегодня. Посмотрим. Так. Теперь надо вернуться к Васяну. Тут, к счастью, ничего страшного нет. Так что все-таки эти два квеста они не связаны. Так, оставайся со мной. Поехали. Здесь ты здесь пройдешь нормально. Кажется, Вася
смотрит в будущее. Так. Подожди, здесь? Агушу, боже мой, да защитит меня богиня. Ну, поехали. Что? Копье? Я случайно. Блин, не успел. Нечестиво служитель. Кстати, я вызовом копья не пользуюсь, но на самом деле, наверное. Так, магический предмет. Кстати, анимункули двемеров у меня еще есть. Что, кстати, неплохо. Можно их поставить. Пройду сейчас тут. Так, кстати. Не это хотел. Так. Они, кстати, куда идут? Странно. А, я не захватил душ. Окей, ладно, не важно. Теперь мне нужна колотушка. Thank you.
Ладно, пойду им помогу, что ли. Ладно. Слишком очередь выстроилась к нему. Я не дотянусь отсюда далеко. Добейте его, что ли. Спасибо. А, все? Так, Джей. Я убил последнего с богохульника, хранилище алтарь мертв. Отлично. Идем тогда за Васей. Что дальше? Мы должны идти. Это что? Ты убил богохульников, отведи меня. Ну пошли. Оставайся со мной. Вот это алтарь мертвых, что ли? Вот это вот. Нет, это не он. Дальше, что ли? Так, давайте сохранимся. Тут, блин. Это куда ведет, кстати? Склеп. Нам в склеп не надо. Кажется, мы это делаем. Катакомба. Сейчас катакомба тоже сюда может было прийти. Странно. Ну ладно. Так. А может не поговорить надо было, блин? Ну алтарь-то это вот эта вот кроватка с лесенкой, правильно? Вот оно. Где он? Застрял где-то. Няга. Вася, иди сюда. Теперь сюда. Так, господи, сюда иди. Чё с нам вмешал? Ладно, проще загрузиться. О, господи. А вот все. Окей. А вот день назад еще пойдет отвезти в целости и сохранности до МВД. Ну пошли. Так, алтарь мертвых. Похоже, мы выполнили, алтарь очищен. Гоу назад. Пешком, блин. Ну ладно, сейчас это дело должно пойти быстрее. Я надеюсь. Чтоб почаще сохраняться сейчас. И надеяться, что никакая срань не заспавнится, которую ваншотнет. Ой, обожаю квест на сопровождение кого-нибудь куда-нибудь. Просто, блин, моя любимая. Я просто готов по 10 раз в день проходить это говно. Нет, Вася, нет. Ух. К счастью, он был
обычный, небольшой. Ладно. Так, а, ну мы почти дошли до канашки уже. Причем это тоже канашка. Так, давайте сохранимся. Блин, свет. Серьезно. Так. Еще разок. Так, и нам на юг, да? Да. Умри! О, бой. Сраза какая. Перекрестки бывает, это спаунится. Не факт, что он сейчас будет, кстати. Надеюсь, что нет. Да, вот раз чисто. Тебе... А нет. Меня не уйдешь. Да сраза. Я не сохранился опять, да? Да, я молодец. Так, вот теперь сохранится. Только она спавнится, ладно. Пойти вместе, подожди здесь. Сейчас еще чекну лицом сначала. Да, вот она. Ой, блин, что у вас тут? Душа не захватилась почему-то, ну ок. Ладно. Да не буду я это, короче, таскать. И денег, блин, дохерища. Так, пойти вместе, оставайся со мной. Может, у тебя захватилось? У меня звезда Азура пустая? А, нет. Ладно, надо будет ее, значит, израсходовать. У меня есть там штуки, которые и не на постоянный эффект надо делать, так что нормально. Так, стоп. Я перестарался. Место неудобное очень. А вход... то где он? А, вот он. Это моя
Ух ты. Бывает же. Я думал, он там застрянет сейчас, если честно. Нам надо в этот... Сюда. Ты все знает и видит. Да, все знает и видит, и не дает пройти. Так. Ага. Так, интересно, ты хорошо выполнил свою работу, богиня будет очень довольна, прими это благословенное копье в качестве дара от леди Эльмы Лексии. Я рад, что ты служишь нашей леди. К сожалению, не знаю ничего такого, о чем ты мог бы сделать леди в настоящий момент. Поговори с Федрисом Хлером, у него обычно есть поручение, которое несложно выполнить. Не верь ему, если он скажет, что у него нет работы, уверен в него, что у него всегда что-нибудь есть. А вид тебя наша леди, верный слуга. Так. Копье. Постоянный эффект щит древкого оружия. Ха! Интересно. Ну, дамаги у него маловато, конечно. Оно в два раза, ну, почти в два раза хуже по дамаге, чем вот это. Но эффект очень классный. 30 щит, древковое оружие 10. Блин. Ух. Ну нет, я не буду его носить. Ну, продавать я его тоже не буду. Так. Take my place. Окей. Ну, на самом деле на этом, наверное, все. Мы так что-то много бегали сегодня по этим канашкам всяким. В этом плане мне не очень нравится трибунал, что надо бегать по всяким канашкам 90% времени. Ну, неважно. В общем, на этом все. Ставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. И до новых встреч. Всем пока.